Ну вы там не пи***то, блядь. Да какая-то праздник. Как-то начинать. А, во. Салют, ребята, на связи группа Хьюстон, у нас проблемы. Группа состоит из трех человечков. Блядь, может быть, ты себя еще скажешь? Ну только хуй ты там, блядь. Господа, короли Калининградского построка. Каким образом у вас рождается музыка? Ой, она рождается, на самом деле, дико спонтанно. Ну, не знаю, мы собираемся на репетицию. Например, или гитарист, или басист что-то наигрывают. Мы там хватаем эту тему, развиваем. То есть все идет из головы просто, без... ничего не делаем заранее. То есть, что это из глубины? Да, что пришло, то играем. Как-то вот все как-то получается вот так вот. Но... Как вообще, ну, какая-то, может быть, существует муза у вас? Ну, как бы, знаешь, лично для меня, по-моему, как такового вдохновения, как бы, его нет. Просто надо, короче, как бы себе заставлять, да, брать, как бы, инструмент и что-то, как бы, реально рожать, какой-то материал. Сначала он может быть сырой, может быть, даже местами, как бы, вообще не кайфовый, но в конце концов получается что-то из этого. И это, я думаю, классно. Ну, музыка в основном такая романтическая. В принципе. Пост-рок можно назвать романтическим направлением? Ну, возможно, я думаю, да, что вполне фундаментальная мелодия, красота, все дела. Концерт в Москве? Ну да, довольно-таки недавно. Ну то есть вообще это ваша первая такая выездная тема? Да, первая. Даже до этого мы не выезжали даже за пределы города, как говорили, даже в области нигде не были, а тут сразу в Москву, это было очень круто. Ну то есть там был такой определенный концерт в этом направлении пост-рока? Да, там была тематическая такая вечерина пост-роковая. Это на самом деле первый такой концерт тематический, в котором мы приняли участие. Ну, какое ощущение, опыт? Вообще отлично, как бы, знаешь, во-первых, было очень приятно увидеть людей, которые реально пришли на концерт, и они хотят услышать атмосферную музыку, именно инструментальную, как бы, пост-музыку. Они, как бы, реально вот, стояли там, сидели даже некоторые ребята, и они пёрлись, просто закрытыми глазами сидели, и это было, как бы, для меня, я думаю, для ребят тоже, во-первых, необычно, а во-вторых, классно это наблюдать. У нас, как бы, к сожалению, пока такого нету. Ну, уровень, конечно, дает о себе знать, знаешь, как бы, мы посмотрели на ребят, и, ну, есть разница между Москвой, Питером и Калининградом. Причем, нормально. Ну, давай перепишем тогда еще.
Слушай, оно вообще записывается ведь? Или, блядь, нет? Видишь, рекординг горит. Да, ну ебись, вода. Проблема, ориентир — это цель какая? На что лежит курс? Так все, да? Вообще, конечно, было круто выйти, так сказать, на международный рынок. Сейчас Европа под боком. Но почему бы не съездить, не показать себя? Ну, а ты думаешь, что, ну, вообще, ты считаешь, что качество музыки ваше соответствует этому уровню? На самом деле, да. Я не хочу хвалить нас, но качество... Не то, что не идеальное, но и на уровне. Ну, оно европейский уровень, я считаю. Возможно, да. А какие-то вообще, ну, в направлении развития качества музыки, какие делаете, вот, как группа? Ориентируясь на Европу, что вы делаете для того, чтобы, ну, не завоевать ее, но быть в центре внимания? Не, ну, для начала оборудование, то есть музыка, как бы, это дело не дешевое, поэтому мы постоянно совершенствуем свои инструменты, скажем так. То есть вот, гитаристы покупают там педальки, мощник, я покупаю тарелки, все дела. Но все это происходит за свой счет, я понимаю. Конечно. То есть, ну, какого-то, в общем, ну, отражения творчества в финансовом плане пока... Пока нет. Пока нет. Естественно, конечно. Все происходит за свой счет на энтузиазме. Да, да. Как ты думаешь, могло бы ли это быть вообще по-другому? Как-то, например, в нашей стране и вообще... В нашей стране? И у нас, например, в нашем вот, в музыкальном... Не, просто, вот, знаешь, мне кажется, то, что у нас это, ну, никому вообще как бы не надо, по сути. Кроме музыкантов и какой-то небольшой группы людей, молодых людей, которые как бы слушают это, которым это нравится. А каких-то взрослых дяденечек и тетенечек, которые готовы за это бабосики, короче, ошлепать. Я сомневаюсь, что с другой стороны, как посмотреть, смотря чего ожидать. Когда мы съездили в Москву, мы, грубо говоря, администрация клуба, ну, оплатила нам проезд. То есть, как бы, это уже приятно. То есть, мы потратили свои деньги, а потом их вернули. Ты лукавишь, мой друг, я знаю, что не только она оплатила вам проезд, но еще и небольшой бонус. Насильку. Небольшой бонус поступил на счет вашей группы. Но это уже приятно. Ну, конечно. Это, мне кажется, безумно. Это очень приятно. Вообще, мы были очень-очень удивлены. Это мотивирует. Это, мне кажется, очень мотивирует, когда твое творчество имеет все-таки... Отдачу. Отдачу. Это очень важно. Минимальную, но очень важно. Конечно. We'll be right back.
Итак, моя группа Хьюз, у нас проблемы. И вынеслась. Сами каждый из вас вообще музыку какую слушает, предпочитает? В этом же направлении или все-таки уже что-то иное? Вот и какую музыку любишь? Я поп-панк вообще обожаю. Поп-панк. Обожаю просто. Ну опять же зарубежные. Ну конечно. Абсолютно разные. От российского пост-рока до американского. Любишь. Ну, сам люблю. Ну, в общем, то есть твои предпочтения вообще. От российского пост-рока до американского middle-core. Ну, а тогда дела, кстати, дружище. Я, в принципе, тоже слушал очень различную музыку. Ну, опять же, пост-рок, мы это играем, это любим. Ну, не просто, то есть основные любимые западные группы. Ну, и последний вопрос. Ну, да. Если бы было бы возможно, давайте пофантазируем, не будем особо приземляться. С кем бы хотелось вообще сыграть в дальнейшем какой-нибудь вот проект, как бы, замутить, так сказать? С иностранными какими-то ребятами? С кем угодно. Не будем ограничиваться, приземляться. Все реально, сами понимаете. Я бы очень хотел бы отыграть с чуваками из Ирландии, из группы NSO I Watch From Afar. Они приезжали к нам в прошлом году. И очень жалко, что мы как бы не попали к ним на разогрев. Очень бы хотелось. На самом деле еще и была группа «Белые флаги, зажигайте медленно», с которых мы, собственно, и начали слушать пост-рок. Если фантазировать, то... И было бы неплохо с ними сыграть. Интересно с ними. Серьезную музыку. И вообще было бы круто принять участие в каком-то таком масштабном международном даже фестивале, то есть когда съезжаются группы со всего мира, которые играют примерно одинаковую музыку по жанру. Вот там будет реально круто. От себя я могу пожелать вам только удачи. Спасибо. Подвигайте калининградскую отечественную музыку. Всем спасибо, всем пока. Будем стараться. Ну просто может закончить, с тех пор Хьюстон такой, как он и есть, блядь, и все.